Значит, антидот в западном крыле. Требуется уровень доступа выше вашего. Господи, какой ужас! Ваш уровень доступа не позволяет пользоваться компьютером. Идет выдача раствора. Ошибка. Картридж пуст. Наполните его нужным раствором.
Элла. Режим ручного управления. Настройте объем раствора, нужный для картриджа. С возвращением, доктор Ли. У вас 5 новых сообщений. Черт, надо было взять куртку. Охлаждение завершено. Ugh.
идет выдача раствора. Столько усилий за пары сорняков. Внимание! Вы распылили опасный раствор без получения разрешения. Ваши действия задокументированы. Могут быть применены дисциплинарные меры. Вижу Гавирус. Заходим. Доктор Биркин, вы пойдете с нами и без шума. Я знал, что вы придете. Это дело всей моей жизни! Я не отдам его никому! У нас приказ, доктор Биркин. Давайте по-хорошему. Отставить, не стрелять! Ты чем, блядь, думал? Приказ был доставить живым! Мы внутри, сэр. Но у нас тут проблема. Цель сопротивлялась, пришлось ее устранить. Верно, сэр. Вас понял. Только образцы. Уходим.
это тут? Ну-ка. Вон, да. Иди сюда. Наконец-то. Антидот у меня. Я иду, Шерри. Это мой муж. Я его создал! Стоило убить его сразу. Но я просто не смогла. Он твой муж. По правде, мы жили работой, а не друг другом. А как же Шерри? Как ты могла оставить ее в пылающем Ракун-Сити? Я не могла позволить дочери расти в мире, где существует Г-вирус. Но это не оправдывает того...
угроза устранена. Карантин снят. Теперь бегом к Шерри. Я верила в тебя. Маме плохо. Аннет? Шерри? Как ты? Лучше. Но вот тебе явно нехорошо. Мама! Эй, взгляни на экран. Слава богу. То есть Шерри здорова? Какое-то время будет слабость, но... Да. Г-вирус побежден. Слышала? Монстр. Не волнуйтесь обо мне. Прошу тебя, выведи ее. Прости, Шерри. Прости за все. Нет ничего важнее твоей жизни. Мы не можем ее бросить. Да, не можем. Внимание! Обнаружено несанкционированное изъятие вируса уровня 4. Переход в режим блокировки. Что происходит? Это от самоуничтожения. На случай, если Г-вирус вырвется. Умоляю... Спаси мою дочь! Нет! Шерри! Пора прощаться с мамой. Ну же, надо попрощаться. Прошу, послушай меня. Она любила тебя.
Нам нужно уходить. Пошли. Ты была права насчет куртки. Мне так повезло, что у меня есть ты. Так, обсудим это позже. Нужно спешить. Пойдем. Шерри, сможешь бежать? Да. Не хочу давить, но надо бы торопиться. После завершения фильма запущена программа самоуничтожения. Немедленно воспользуйтесь центральным лифтом и спуститесь к поезду на нижнюю платформу. Внимание! Запущена программа самоуничтожения. Все, валим отсюда. Немедленно воспользуйтесь центральным лифтом и спуститесь к поезду на нижнюю платформу. Немедленно воспользуйтесь центральным лифтом и спуститесь к поезду на нижнюю платформу. Внимание! Запущена программа самоуничтожения. Немедленно воспользуйтесь центральным лифтом. Клэр? Да. На нижнюю платформу. Спасибо, что была так добра ко мне. Помогала мне. Я рада, что встретила тебя. Я тоже рада, что нашла тебя, Шерри. Но давай сперва выберемся отсюда. Внимание! Запущена программа самоуничтожения. Немедленно воспользуйтесь центральным лифтом и спуститесь на нижнюю платформу. Внимание! Запущена программа самоуничтожения. Немедленно воспользуйтесь центральным лифтом. Закрыто. Постой. Шерри, что ты? Я попробую открыть с той стороны. Блять, как же вы вовремя. Завести этот поезд. Подожди меня здесь, хорошо? Да. Обещаю, что буду тут. Молодец. Будь осторожна. Конечно.
Ладно, что-то включилось. Работает. Отлично. Клэр! Что? Леон? Ты тоже здесь? Да. Но все здание рушится. Клэр, тебе надо выбираться. Срочно! Знаю, я нашла выход. Думаю, у нас все выйдет. А где ты? Клэр, ты еще там? Леон, связь прерывается. Не жди меня. Уходи отсюда. Леон? Леон! Черт! Хорошо, я рядом. Валим отсюда. Чем хочешь заняться, когда выберемся? Увидеть, где ты живешь. Идет. Ведь мне надо в душ. Да. Правда? Так плохо? Ух, да. Клэр! Леон! Как же я тебе рада! Я же говорил, мы выживем. Да.